Ну что, в шахматы сыграем? Конечно. В рапид? С удовольствием. Очень уж легко я выиграл. У тебя мозги заржавели? Или ты проявил к старику снисхождение? Ну, я думал, вас обрадует победа. Можешь победить, побеждай. Никогда не сдавайся. Именно это двигатель развития человечества. Вот это называется в пух и перья. Ну да, где уж мне старику тягаться с машиной? Простите меня, Карл, я думал, что... Не извиняйся, ты все сделал правильно. Я предпочитаю честность и жалость. И перед сном о тебе я мечтаю, и нас с тобой вместе я вспоминаю. Но мечты мои все замерзают, как вернуть мне тебя я не знаю. И перед сном о тебе я мечтаю, и как смеялись мы вспоминаю. Как хочу я, чтобы не во снах рядом ты со мной была сейчас. Теперь лучше не будет уже. Не будете, не покину этот сон с тобой. Не будете, вспомню я, что нет тебя со мной. Когда вижу я во сне лишь тебя, не будите меня. И перед сном о тебе я мечтаю, и вновь тебя рядом я ощущаю. Развязку фильма, что играет в голове, я не хочу бесконечно смотреть. Ты забудь все слова, что тогда сказал, ты прости за обещание, что я не сдержал. Последний раз во сне наши танцы и песни я увидел с ней сейчас. Теперь лучше не будет уже. Не будете, не покину этот сон с тобой. Не будете, вспомню я, что нет тебя со мной. Когда вижу я во сне лишь тебя, не будите мне. Вместе вновь я и ты. Не будете, чтобы вновь мы были счастливы. Но как я мог отпустить тебя? Не будите меня. Как жаль, что сны — это сны только. Но у меня это все, что есть. Я не хочу просыпаться долго, лишь во сне ты придешь ко мне. Не будите, не покину этот сон с тобой. Не будите, вспомню я, что нет тебя со мной. Когда вижу я во сне лишь тебя, не будите меня. Вместе вновь я и ты. Не будете, чтобы вновь мы были счастливы. Но как я мог отпустить тебя? Не будите меня. И перед сном о тебе я мечтаю, покидаю этот сон с тобой. И нас с тобой вместе я вспоминаю. Вспомню я, что нет тебя со мной. Но как я мог отпустить тебя? Не будь.
Ну? И каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я как могу цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Что ты читаешь? Республика Платона. Вы рекомендовали. Каково твое мнение? Мне очень нравится философия. Она задает вопросы, на которые я не знаю ответа. Что есть хорошо и что есть плохо, например. Понять это не всегда бывает легко. Это в человеческой природе задавать вопросы, на которые не может быть ответа. Что ты читаешь? Ода Китса. В списке ваших рекомендаций. Каково твое мнение? Ну, его стихи полны печали. Китс был влюблен. А мало что на свете может сделать человека более несчастным. Thank you.
манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей.